В Заводоуковске поздравили золотых юбиляров супругов Кунгурцевых. Они вместе 50 лет. И снова оказались в ЗАГСе. Поддержать молодоженов приехали близкие и родные из Салехарда, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов России. За верность и сохранение семейных ценностей им вручили золотую медаль от губернатора Тюменской области, а также благодарность от главы городского округа Светланы Касьяновой. Я приехал, я просто увидел ее и сказал: пойдешь за меня? Она сразу сказала, говорит: пойду. И она говорит: я не ошиблась в своем муже, и я не ошибся в своей жене. Так что я как ее любил, и до сих пор, пока живой, буду любить. Были и в горе, и в радости они вместе, и прошли испытания, но все равно они сохранили и союз, и родили нас, и как бы продолжение рода. Поэтому я ими и горжусь, и люблю, и желаю им еще прожить столько же лет.